На завершение покажем кадры успешного перехвата нашим истребителям американского самолета-разведчика над Черным морем. Как сообщили в Минобороны России, воздушное судно запеленговали еще на подлете. С ближайшего аэродрома навстречу поднялся Су-27. Он приблизился к самолету, сопровождал его какое-то время. Те с борта могли только снимать, но затем ретировались. Все маневры, подчеркнули наши военные, выполнялись с соблюдением необходимых правил безопасности. Впрочем, у представителей США другое мнение. Там заявили, что сближение было чуть ли не угрожающим. Отмечу, подобные рейды американских военно-воздушных сил вблизи наших границ в последнее время заметно участились. Только за минувшие сутки их было замечено сразу 6, в том числе над Баренцевым морем, Финским заливом, у Калининградской области. Конечно, традиционно летают у побережья Сирии, особенно недалеко от авиабазы Хмеймим и порта Тартус.